Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите «Вопросительную ухо-горло-носию». С вами доктор Зайцев. В лор-практике существует великое множество диагнозов, этих диагнозов больше 300, и одним из таких диагнозов является мукоцеле лобной пазухи. Вот те пациенты, которым поставили такой диагноз хотя бы единожды, конечно, вспоминают этот период времени, а многие не знают о таком состоянии, и мы о нем сегодня немножко расскажем. Если воспаляется лобная пазуха, если эти воспаления чисты, то воспаление хроническое лобной пазухи или так называемый хронический фронтит может перейти в состояние мукоцели. Мукоцели – это крайне вязкая, желеобразная такая тягучая жидкость, которая не имеет возможности выйти из пазухи в полость носа через так называемое лобно-носовое соустье. Вот тогда приходится расширять это лобно-носовое соустье и выуживать, и отмывать, или правильно сказать, санировать непосредственно лобную пазуху. Если раньше проводили операцию, которая называется фронтотомия, делали разрез на коже, всегда виден рубец, стараются этот рубец проводить по брови, по волосистой части брови, чтобы как-то замаскировать этот рубец, но все равно остается костный дефект, и пациенты потом чувствуют, что все-таки объем операции достаточно серьезный, и болевые ощущения и дискомфорты остаются. На сегодняшний день проводят операцию через полость носа путем расширения лобно-носового соустья, и все мукоцели эвакуируют полностью. Если вам поставили такой диагноз, то тянуть и затягивать, конечно, не стоит. Нужно решиться, нужно сделать хорошую, эффективную операцию, чтобы качество жизни ваше не испортилось. Дорогие друзья, я с радостью сообщаю вам, что вышла в свет новая книга доктора Зайцева о лечении заболеваний уха, горла и носа. Здесь вы прочтете множество интересного. Пожалуйста, приобретайте. Сегодня мы говорили о таком диагнозе, как мукоцеле лобной пазухи. С вами был Владимир Зайцев. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки. We'll be right back.